Уже много тысяч лет колесо служит человеку. Предком колеса были катки. Такие круглые бревна, которые подкладывали под груз. Однажды люди догадались отпилить от катка круг и насадить на ось. Получилось колесо. С ним стало гораздо удобнее. Затем изобрели спицы, металлический обод и мягкие шины. И люди начали колесить по свету на самых разных повозках. Гончарный круг, мельницы, часы, где только не применяются колеса. А с появлением паровоза, парохода, автомобиля колеса заполнили весь мир и даже добрались до Марса. Колесо – одно из самых простых и самых удивительных изобретений человека. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям! В Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях! Нажми «Поделиться»! Поставь лайк! Тебе не сложно, а фиксикам приятно! А еще мы ждем твоих комментариев! И подписывайся на наш канал! Давай!